Обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка в Беларуси в целом стабильная и контролируемая. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году. Глава государства отметил, что преступность за последние 10 лет снизилась вдвое, растет и раскрываемость преступлений. По мнению Александра Лукашенко, важный акцент в работе правоохранительных органов – это профилактика преступлений. Одна из тем большого совещания – оптимизация правоохранительной и судебной систем. Беларусь и Бельгия сегодня отмечают 25 лет установления дипотношений. По случаю значимой даты глава белорусского государства Александр Лукашенко и бельгийский король Филипп обменялись поздравлениями. За четверть века между странами налажены плодотворные связи в областях экономики, науки, образования, культуры, спорта. В прошлом году Бельгия заняла 7-е место по экспорту в десятке основных торговых партнеров Беларуси в Европейском Союзе. Также семьи в Бельгии ежегодно принимают на оздоровление детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыль. АЭС. Центр климатических исследований создан в Национальной академии наук Беларуси. Новая структура будет заниматься проведением научных исследований по целому ряду важных направлений. Среди них исследования глобального и регионального климата и его изменений под влиянием естественных и антропогенных факторов, научное обеспечение международных обязательств в области климатологии. Одним из главных направлений Центра климатических исследований станет оценка влияния изменения климата на климатически зависимые отрасли экономики и разработка рекомендаций по их адаптации. We'll be right back.